Завораживающие фотографии, современная графика и гравюры предстали перед посетителями выставки в Доме ученых. В честь 25-летия издательского полиграфического цеха в НЕФ сотрудники полиграфии Татьяна Андреева, Яна Руднева, Владимир Ельцов подготовили свои лучшие работы, на которых изображены люди, архитектура и природа нашего города. У нас традиция есть ежегодно. Летом мы выставляем работы сотрудников НЕФ. И как бы вывод вписались в наш план нынешнего года. Просто всю выставку мы посвятили вашему издательскому комплексу. И мне кажется, что получилось очень удачно. Владимир Ельцов увлекся фотографией еще в школе, когда нашел дома маленький фотоаппарат. Фотографу понравился процесс съемки и проявление черно-белой пленки. По словам Владимира, с появлением цифровой техники и фотошопа работать стало легче, но ощущение чуда никуда не исчезло. От момента съемки до печати фотографии проходит долгий процесс обработки, чтобы зритель увидел всю красоту запечатленного момента. Не получается, сфотографировал и показал людям. С ней надо что-то делать, чтобы человек увидел то, что увидел я. Хотя бы так, хотя бы по цветам, по кадрированию. То есть ни одна фотография не проходит без обработки, но ни в одной фотографии ничего не подрисовываю. У Яны Рудневой большой опыт участия в выставках, но в Доме ученых она представила свои работы впервые. В графике Яна изобразила виды нашего города, природные явления и эпизоды из скандинавской мифологии. У меня столько идей, они просто не заканчиваются, мне не надо искать вдохновение, у меня проблема со временем. У меня мало времени на то, чтобы реализовывать свои идеи и проекты. А вдохновение, оно вокруг, везде, в людях, и я очень люблю природу. Думаю, по моим работам это видно. Горожане смогут посетить выставку до 19 июня, без возрастных ограничений. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.